Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Алекс, и вы попали на мой новенький классненький видосик. У нас наконец-то пошел снег, и мы выбрались на тренировку вместе с Ромчиком. Это единственный паренек, который не боится холода, снега, выбрался со мной сегодня прыгать. Чистим спот шпателем. Повезло, что у Ромчика он был дома, потому что у нас локдаун, и не продают никаких хозяйственных товаров в магазинах. Я не знаю почему. Аптеки и еды. Также мы сейчас возобновляем работу на нашем втором канале, поэтому ссылка первая в описании, подписывайся. Мы там делаем вместе с Димасиком очень крутецкие челленджи, и как раз таки на днях там вышел очень классненький видосик, поэтому не пропускай, смотри, наслаждайся контентом еще и на том каналчике. Разбег делаем, чтобы не умереть. Спот почищен. Будем сейчас прыгать. Первый нах. Я ударился. Нормально. А что случилось? У меня рука поехала здесь. Смотри, след. Нормально. Забег немножко дальше, потому что я так подскользнулся. Зимний спот, что мы хотели. Самый лучший разгон на свете. Морозит. Небольшая разминка произведена. Идем куда-то дальше, чекать новые локации, новые споты. Потому что на этом районе мы еще особо не лазили. И будем сейчас проверять, скаутить местность. Перебрались на следующую локацию. Мы нашли здесь скейт-парк вот такой вот. И сейчас будем что-то здесь прыгать. Ну, проскользил, но не упал же. Не, ну сальто сделала, типа, что было после, ну, не важно. Да очень скользко. Я сделал на снегу, на скользкой поверхности. Это очень опасно было, не повторяйте. Нормально, ты живой. Ромчик попадал нормальненько, поэтому больше он здесь ничего не хочет. Главное, что целые. В такую погоду мы потренили здесь все, что хотели. Если вы хотите, чтобы мы летом вернулись на эти страйты, тут можно много чего поделать, то напишите в комментариях, и набираем 5000 лайков, и мы в теплую погоду, когда здесь нету снега и все уютненько для тренировки, мы вернемся. А теперь мы идем искать новые места. Хотя я не знаю, что мы в такую снежную погоду сможем найти. Что лучше может согреть холодной зимой, чем чашечка теплого кофе? Такой сегодня душевный день, я не думал вообще, что тренировка получится какой-то классной. Чтобы вы понимали, такая снежная погода продержалась совсем недолго, прошло где-то дня 2-3, все растаяло, и мы опять компанией выбрались тренироваться на улицу. Но в этот раз нас встретило очень много странных персонажей, была разборка с чувачком, который вызвал на нас полицию. Это было настолько смешно, что советую вам реально посмотреть, поскольку люди даже не думают о законах, которые мы нарушаем или не нарушаем, а просто такие, нам некомфортно, поэтому мы просто вызовем на вас полицию. Хотя они никакого права не имеют нас выгонять со спота. Короче, смотрите. Палец поломал. Ую. Это не каждому дано. Не-не, тут надо шаговое. Ты не бойся. Вперед, ускорение, вперед. Шаг вот, делай вот так. Растяжку, растяжку. Глазомер должен. Давай. Перепрыгнул уже. Уже есть плюс. О, а! Пенсия. Здесь не спортивная площадка. Но мы ничего не нарушаем. Вот эти вот лопаются, сейчас что-то отлетит. Ну, под нами ничего еще не лопалось, ничего не. Здесь дом, здесь жильцы живут. Вот в этом доме. А, так мы же не заходим. Я понимаю, но здесь тоже прыгать не надо. Почему? Потому что нельзя здесь прыгать. Это же... Мы не хотим, это наш дом. Это не ваше, собственно. Ну, постойте здесь немножко, ребят. Ну, не, мы постоим, вы можете вызвать полицию. Нет, нет. Такие разборки с жильцами дома. Да, я мышка не знаю. Да, мышка. Здесь не сколько площадок. Так а полиция уже едет или что? А, все, хорошо, подождем полиции. Ребят, давайте по-хорошему. Так по-хорошему же полицию вы уже вызвали. Да.
А нахер такую плавность иметь, а? Вон, если видно, там полиция стоит, и чувачок базарит с полицией, который нас вызывал, уже 15 минут. Все, полиция уезжает, до свидания. А разговоров-то было. Сейчас приедет полиция, сейчас будут разборки. Сейчас сам вышел, поговорил, минут 20 постоял, потерял время. Полиция просто взяла и уехала, потому что мы не нарушаем ничего. Верили в него, мы в него верили. Молодец. Я зашел домой переодеться, но у нас тут перестановочка, мы разгружаемся. И сейчас направляюсь в ЦСКА, потому что прогрессировать надо, буду делать новые сальтушечки. Договорились мы там встретиться с Женьком и с Владиком. И сегодня будем играть такую игру под названием Game of Flips. Надеюсь, это получится очень интересно, так что смотрите. Ты первый, я второй, Владик третий. Ну что ты будешь загадывать? Передний фляг, только с винтом. Ну, давай, для начала, чтобы... Давай, для начала, заказывай себе. Не, я не считаю это за заказ. Я заказываю, знаешь что я заказываю? Что? Пимфлип. Опача. Ой, красавчик, молодец. Первая буковка. Ты считаешь, что ему за выполнение? Там очень плохо приходить парлом, так что я думаю засчитать. Как вы считаете, напишите в комментариях, пожалуйста. А, ты остаешься без буквы, тебя спасли. Нет, я родителям, пожалуйста. Ты без буквы, все нормально. А, все, я без буквы, да, все супер. Спасибо, подписчики. Очередь Владика загадывать элемент, что ты будешь нам загадывать? Сидя, дэшбомб. Ай-яй-яй, не считалось. Евгений заказывает следующий, что ты думаешь? Думаю, хорошо, все, раз Алекс меня поторопил с этим, тогда я делаю 360 кувырочек. Он сказал кувырок, а не переду. Он на жопу присел. Да я тоже считаю, что это можно не засчитывать, потому что он присел на жопу, а сказал, что в кувырок. Ни одного элемента не загадал за эту игру. Я заказываю гейнер. Ребята мне засчитывают эту попытку и теперь повторяют за мной. Ой, молодец. Красавчик. Ты боковухи подряд хочешь загадать? Ну да. Мы не хотим, правда. Первая буква наконец-то у Евгения залог есть. Залог успеха, да, как бы это хорошее боковое сальто. Сейчас он и мне добавит одну букву, я тоже, наверное, не сделаю. Понимаю. Вау. Вторая попыточка была, да. Очень криво, очень косо, но со второй попытки я это сделал. Конечно же, буква мне добавляется. Но зато для себя я выполнил этот элемент. Поскольку мы проиграли с Евгением, Владик заказывает второй раз. Я думал, я. Я буду делать задку боком, то есть вот так. Жесть. На самом деле, очень классная игра, чтобы прогрессировать вместе с друзьями. Поэтому, если вы приходите в зал, то могу вам посоветовать в нее сыграть. Ой, молодец. Было очень страшно, но получилось. Вот, хорош. А, все. Третий раз не могу ничего загадать, что за бред? Теперь загадываю я. А я заказываю манки в переднее вот от этой вот штучки, то есть от пола, по сути. Что? Опача. Женька, сейчас моя очередь задать. Я задаю пимфлип с одной рукой. Я попробую, но я не уверен, что сделаю. Я не уверен, что попробую. Вау. Ой, красавчик! Как говорится, не засал и познакомился с новым элементом. Так, теперь я, кстати, загадываю. Я загадываю палм-дропчик. У Женька ничего не получается. Ничего не выходит. Я загадываю лемминг. Опа. Интересно, погляди. Опа. Он просто не знает, что он загадал. Я буду загадывать гейнер ботоуха. Устраиваем Владику бойкот. Мы просто не будем это выполнять. Мы тебе букву загадаем и все. Как он хочет, чтобы мы это выполнили? Я не знаю, мне кажется, он сделал просто боковое сальто, да? Элемент выполнен, пошли дальше. Загадывай снова. Гейнер типа с разножки. О, молодец. Нормально. Женек, теперь твоя очередь наконец загадывать. Наконец сделаем полтора сальто сюда, просто без кувырка, а просто на спиночку. Опа. Теперь выполняю я, и это очень страшно. Это не страшно, он притворяется. Ну вот и все. Ну вот и все, разговоров-то было. Я загадываю элемент, и сейчас буду ставить вот эту конструкцию, что-то соображать с ней. Ты сделал, а Евгений не сделал. Смотри, не сделал. Ты просто группировку обычно взял, даже без звездочки. Я загадываю битвист с одной рукой через препятствие. Так, это плюс еще одна буква у меня, и уже не... Ничего себе. Он поставил в ноги, он сделал.
типа того, да. Тебе еще одну букву добавляем. Короче говоря, весь прикол в том, что зал закрывается, а Владик преимущество, поэтому мне кажется, он побеждает в этой игре. Тренировка наша прошла просто на ура. Я сделал очень много элементов благодаря Владику, потому что он заставлял нас делать такие вещи, которые я никогда не делал. Кидаться на элементы, которые очень интересные. Подписывайтесь на мой ТикТок, ставьте лайки. Что ж, ребятки, данный видос подходит к концу, я надеюсь, он вам понравился, и если это так, то не забывай ставить большой палец вверх, подписываться на мой канал и обязательно оставлять положительный комментарий, ведь только так я понимаю, нравится вам такой контент или нет. Также нажимайте на колокольчик, потому что от Ютуба не всегда приходят вам уведомления. Надеюсь, вам понравилась такая смешная разборка с дедом, потому что это было максимально нелепо. Также надеюсь, вам понравилась каждая из этих тренировочек, которые мы провели на этой неделе. Если вы хотите такого дальше, то обязательно напишите об этом в комментариях, и я к вам прислушаюсь. С вами был Алекс, мы встретимся с вами уже в эту среду. В 17:00 по Москве следующий видосик. Всем огромное спасибо за данный просмотр. Всем пока.